Добро пожаловать на наш канал Hardcrest Team. В данном видео я вам расскажу, как включить режим «Не беспокоить» на устройстве POCO C75. Это вы зайдете в приложение «Настройки» и прокрутим до пункта «Звуки вибрация». И прокрутим также вниз. И тут будет пункт «Не беспокоить». И нажмем «Включить не беспокоить». Можем также включить пункт при блокировке экрана, уведомлять о вызовах, можем выбрать только контакты и уведомлять о повторных вызовах. Также можем выбрать расписание для данного режима. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!